класс GD в переводе означает рейс на джиду. Вот, рейс на джиду, это вот, значит, мы летали из Ирана в Саудовскую Аравию. Джида — это аэропорт, от которого 40 километров до Мекки. Возили паломников. В общем, эти 40 километров они потом шли пешком, там, чтобы поклониться там священному камню. Вот. Ну, в самом Иране это, в общем, такое, не только в Иране, вообще в мусульманском мире такое священное, ну, вот этот хадж, такое действие, да, иногда целыми селениями собирали деньги для того, чтобы там представители могли этот хадж совершить. Вот. Ну, и там, конечно, такой праздник. Наши демонстрации коммунистически отдыхали по сравнению с тем, что там творится, вот когда людей провожали на хадж. Ну и встречали тоже. Это можно долго рассказывать, я тогда не успею уложиться в программу. Нам в марте и апреле не поболеть с похмелья, и будет киснуть зелье, но то не наша блажь. Нам в марте и апреле почти не до веселья, ведь как лосось на нерест, паломник прет на хадж. Порва ЖД, зачитанный Коран, и под крылом зарезанный баран. Порва ЖД, ликует весь Иран, и нам пора. И валят косяками на джиду и крафты, и, может, был неправ ты, усмешку затаив. Когда летишь на джиду, не упускай из виду, что там такой персидский, по трассе есть залив. Парваджаде, Сари и Тегеран, Парваджаде, Ахлас и Абадан, Парваджаде, мечта всех мусульман из разных стран. Затарившись товаром, чтоб дома сдать с наваром, чтоб хадж прошел недаром, летят они назад. Цветами их встречают, целуют и качают, хаджами величают, почти боготворят. Парваджаде, особая статья, алейкум ассалам, Саудия. И не забудет, кто летал хоть раз, Джаде Парвас. Почти не вынимая себя из самолета, на время забываем про прочие дела, и только успеваем, просоленные потом, стирать свои сорочки и бренные тела. Парваджаде, горячая пора, Парваджаде, с утра и до утра, Парваджаде, сегодня и вчера, и завтра. Парваджаде, зачитанный Коран, и под крылом зарезанный баран. Парваджаде, ликует весь Иран, и нам пора. Спасибо. Все.